Танцующие девушки. Ялуторовск может полноправно считаться одним из городов, где активно развивается чирлидинг. В 2017 году местный коллектив выиграл областные соревнования. В этом виде спорта есть свои разряды, кубки, медали. Марина Климович познакомилась с лидерами танцевального движения. Массовая утренняя зарядка на центральной площади. Детские хлопки и топот при хорошей погоде здесь раздаются 3 раза в неделю. 70 девочек и девушек Ялуторовска в списках чирлидеров. За ручки делись в одну линию. У Светланы Ефимовой невероятное спокойствие. Работает сразу с несколькими группами малышей. Деток берет с 4 лет. Хореография, балет, спортивные танцы. Чирлидинг – это профессиональное шоу. И готовить спортсменок нужно именно с молоду. Хотя и другие причины есть. Молодежь Ялуторовска после 16-18 лет уезжает в Тюмень. Я очень часто раньше, когда еще работала, сталкивалась с такой проблемой, что вот оно все, мы дошли до какого-то результата с девчонками. Съездили там на фестивали, на конкурсы, начались получаться неплохие там достижения у нас, там призовые места какие-то занимали. И они уезжали учиться. Все. Поэтому все ставки на подрастающее поколение. Руководит танцорами Светлана с 2012 года. С малышами все занятия – это игра. Вот так в финале тренировки они обсуждают свой день. Мне понравилось, как мы танцевали на улице и бегали. А это занятие у старшей группы. Поехали. У чирлидинга есть 2 направления. Чир – это больше акробатика, и чирдэнс – танцевальное шоу. Именно ему и обучают в Ялуторовске, но без смотрибельных полетов не обойтись. Саша в группе «Бонус Флайер» – это спортсмен, который работает на высоте. Она самая легкая и самая маленькая среди старших. Говорит, было, конечно, страшно, но сейчас любой трюк – это удовольствие. Хотя физически работать наверху сложно. Впрочем, здесь и внизу непросто. Это станд, в котором существуют 2 базы, которые основные держат. Есть задний споттер, есть передний споттер, есть флайер, который наверху находится. Конечно, вся мощь лежит на базах, на вот этих 2 девочках. У девушек уже есть первый спортсмен. Активный разряд. В мечтах тренера дорасти детей до мастеров и развить акробатическое направление. Марина Климович, Дмитрий Лаличев, Тюменское время.